Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс. На связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушки Сабнатика. Я вне записи сплавал на свою основную базу. Сплавал с помощью глайдера, оставил в качестве маячка мотылек на острове и сгонял так. В принципе, сделал радиомаяк, поставил его здесь и вот сделал шкафчик, чтобы был, и изготовитель. И также, когда загружал игру, включал, увидел, что обнова, появилась обнова. В принципе, в игру добавили новую музыку, немножко исправили анимацию воды. Мне кажется, получше она стала. И есть еще такой момент. У меня все чертежи, которые я до конца не изучил, блин, они оказались изученные, ну, кроме циклопа. Это, блин, самое главное, нужно еще изучить. Я посмотрел, есть терраформер, в принципе, мы можем изучать. Блин, я до сих пор не вижу, где это долбанное. Шахта, которую нужно пристраивать, чтобы парковать туда мотылек, и там улучшение. Хотя, нет, это грузовой отсек. Вот я ее не вижу. И, по-моему, картинки какие-то новые добавились. Катушка. Ну, в принципе, все, что изучаем, добавляется теперь сюда. Ну, давайте, наверное, все-таки доберемся до вот этих верхних баз. Мне подсказали в комментарии. Ну и в принципе я после того, как записал предыдущую серию, вне записи попробовал туда залезть. Да, туда реально залезть тупо по тропинкам. Тут есть тропинки, и только с помощью них можно туда залезть. Я залазил, но ничего там не трогал. Давайте только вначале попить у меня вроде с собой было. Так, все, побили. В принципе, туда, да, реально залезть. Я ничего там не трогал специально, чтобы все это посмотреть на запись. То есть, вот тропинки. Они проходят вот таким вот образом. Как-то кругами. И, по-моему, какая-то из этих как раз туда и ведет. Вот только не помню точно. Сейчас найдем. В принципе, она несложно находится. Главное идти по тропинке. И фонарик. Фонарик я не сделал, поэтому будем подсвечивать, если ночь начнется, наверное, глайдером. Вот не знаю, по той тропинке я иду или нет. В любом случае, нужно идти по тропинке. Блин, и, похоже, я не по той пошел. И походу темнеет. Странно, я упал около какого-то перехода. Давайте по нему пройдемся, посмотрим, что и как. Мне советовали, в принципе, еще базу, особо не заморачиваться по поводу базы на данном островке, потому что, ну, здесь нет особо материалов никаких. Ну, вот есть растительность, которую там можно посадить. И, в принципе, больше ничего особого. Ну и можно что-то найти, изучить. У меня такое ощущение, что я куда-то не туда иду опять. Так, ну вот она, тропинка. Черт, потемнело. Давайте пробовать светить вниз. У меня такое ощущение, что я на другую сторону острова перешел. И сейчас мы будем подниматься, наверное, куда-то на другую базу, не на ту, на которую я забирался. Но тропинка идет к горе явно. Давайте попробуем. Только я не вижу тропинку нифига, блин. Сейчас, как обычно, я, наверное, куда-то упаду. Да, походу я уже упал. Да, точно, куда-то провалился, блин. Ну вот в темноте нифига не видно. И фонарик я здесь не смогу сделать. По-моему, там нужна медь и еще что-то. Хотя давайте посмотрим, что нужен фонарик. Но здесь, мне кажется, я не увижу это дело. Нет, наверное, нет. Блин.
Я не думаю, что сейчас потемнеет так резко. Найти бы, где еще. Где еще я тут базу поставил? Где-то там. Третий маячок. О, блин. Давайте доберемся, наверное, посмотрим, смогу ли я сделать фонарик или нет. Если смогу, сделаю его. Мне кажется, с ним будет удобнее ходить. Почему-то глайдер нельзя как-то нормально светить вниз. Вход в базу я, опять же, не очень хорошо поставил. Приходится прыгать постоянно. Давайте глянем, что у нас с фонариком. Фонарик. Нужна батарея, нужно стекло. А батарейки у меня нету. Батарейку я потратил, которая у меня была. И стекло, в принципе, нужен кварц. Ну, наверное, я все-таки дождусь дня и потом уже включу запись, ну, чтобы в темноте тут не блуждать. А то нифига не видно. Без фонарика нифига не видно. Тупо сейчас покушаю и дождусь, когда будет день. В принципе, все правильно. Я шел по той тропинке, просто вот тут нужно было перепрыгнуть. Блин, я все время падал. Все, забираемся. В принципе, вот через такие вот сейчас проходики, я так предполагаю, где-то нам нужно будет в каких-то местах прыгать. Хотя я помню только... Помню, что не особо-то я прыгал, когда пробирался. Так, в текстуру провалились немножко. И вот таким вот образом забираемся. В принципе, та тропинка была верная. Просто нужно в одном месте было перепрыгнуть. Так, и пытаемся не съерашиться отсюда. Вот она, своеобразная тропинка. Немножко кривоватая. И мы почти добрались, блин. Давай, только не упади. Вот одна из баз. Все, пошли посмотрим, что у нас здесь. В принципе, здесь у нас горшочки какие-то растут. Насколько я знаю, их можно, эти клумбы, изучить. Ну, это маленькая, мраморная. Так, это дыня. А ваза? Ладно, давайте заберем дыню и будем изучать эту вазу. Горшок для растений номер 2. Вот что это такое. Так, отлично. Так, а это такой же или нет? Вот я не помню. Это, в принципе, такой же. Не понял. Собираются только семечки? Нет, овощи. Понятно, собираются овощи, их можно сажать. Пошли дальше, посмотрим. Стул. Кстати, да, в обнове писали, что на стульях теперь можно сидеть. Раньше, я так понял, нельзя было, наверное. Фиг его знает. Так, стул изучили. Стол мы уже изучали. И, в принципе, на этой базе, по-моему, все. У меня такое ощущение, что я фрагмент обсерватории. О, кстати, обсерватории, я, блин, это давно хотел сделать. Раньше она была просто делалась. Оказывается, ее изучать тоже нужно. Офигеть. Изучаем тогда. Открыто. Ну-ка. Давайте глянем, где она у нас. Обсерватория, ты где? Я почему-то ее не вижу. Странно. Странно очень. Либо нужно в нескольких штуках. Нет. А где? Где у нас обсерватория? Насколько я знаю, обсерватория делается из закаленного стекла. Оно делается из обычного, по-моему, стекла. И нужен еще зуб сталкера. Найти их несложно. А вот она. Эмалированное стекло, 3 штуки. Классная вещица. Где-нибудь под водой, наверное, сделаем. Так. Теперь нам нужно как-то отсюда спуститься. Спуститься можно просто спрыгнуть. И нам нужно
А теперь в ту сторону. Вот тропинка явно ведет туда. Давайте попробуем. Во вторую. Как раз в ту, по-моему, я забирался. Правда, ничего не исследовал. Да, его тропинка, в принципе, ведет. Ведет точно туда. А, так, давай. Так. Только не упади. Так. Супер. Блин, нужно было всего-то прыгнуть в том месте, и я почему-то у меня не получалось прыгать. Но это прожектор мы изучали. А здесь коробочка с чем-то. С водой. Так. Папоротниковая пальма. Ну давайте изучим, но, по-моему, я что-то такое уже видел. Либо это что-то другое. А, вот она какая. Давайте попробуем возьмем. Так, семечко. И зачем она? Есть ее нельзя, поэтому я думаю, бестолковая эта штука. Стоп, стоп, стоп. Блин, ты зачем все выкидываешь? Ну, ладно, воды полно. Это, в принципе, можно тоже схомячить. Ну, блин, все эти цветочки нам не нужны. И как, больше ничего нету разве здесь? Сундук пустой. Рядом? Рядом, может, что-то есть? Ну, обсерваторию мы эту уже изучали. Ну, погнали. Погнали вниз, кстати. Я вот не помню, сколько у меня титана осталось. Есть немножко титана. Может, попробуем сейчас, ну, здесь посадить какую-нибудь канитель. Хотя бы посмотрим, как она выглядит. А потом все-таки, наверное, я буду сажать где-то у себя на основной базе. Ну, скорее всего, на той, которая у нас самая большая. Так, вот куда я сейчас иду? На пляж. На пляж мне не нужно. Да. Маленькая база у нас на той стороне. Сейчас пройдем и, наверное, попробуем сплавать под этот остров, вниз опуститься. Я немножко опускался, там Гранд Риф. Я надеюсь, что там есть какие-то еще фрагменты. Ну, хотя бы, блин, на циклоп. Меня интересует последний фрагмент на циклоп. Блин, давай. Давай запрыгивай, паразит, блин. Что ж такое-то, а? Так, все, залезли. Давайте одну какую-нибудь фиговину поставим здесь. Клумбу хотя бы посмотрим, как она выглядит. Вот, один титан нужен. Не слишком жалко. Посмотрим, как это дело работает. Так. Четыре ячейки. Ну, под одну семечку. Еще одну. Куда-нибудь. Вот сюда вот его. Так. Ну и вот эту фигурину посадим. Это можно схомячить. Это тоже. Так, ну все, поплыли. Я не помню, на мотыльке сколько у меня по мощности. Нифига не помню. Ну, я надеюсь, по крайней мере, хотя бы немножко спустимся. Где спуск в воду, я искать не буду, потому что, ну его нафиг, это долго. Сейчас посмотрим просто, где у нас тут мотылек, и сплаваем к нему. Кислорода нам должно хватить. Так, это дальний мотылек, тот, который у меня закопан. Кстати, да, мне подсказывали в комментариях, что его можно откопать с помощью терраформера. И, в принципе, он там будет в острове торчать, где-то в земле. Ну, может быть, когда-нибудь
тоже сплаваем, посмотрим. Так. Черт. Да ладно, батарейка села. Так, а тут еще по поводу кислорода. Да, в обновлении поменяли еще такую фишку, что теперь в мотыльке, в циклопе, в подводной базе, по-моему, тоже, если не хватает энергии, тратится кислород. Блин. Это фигово. Короче, я так чувствую, мне придется сейчас сгонять за батарейкой, сделать батарею. И потом, наверное, продолжить. Либо... Нет, так я спуститься точно не смогу. Давайте я, наверное, сгоняю на базу. Сделаю энергоячейку и уже вернусь сюда с энергоячейкой. Я не понял, почему только она села. Я вроде свет выключал. Либо после обнова какая-то фигня произошла. Знаете, пока я плыл на базу, блин, случайно опустился вниз. Ну, не под самим островом, а просто пока проплывал. Нашел два фрагмента какой-то водоочистной станции. Блин, сейчас, наверное, подплывем и попробуем сделать. Звуки мне вот эти, блин, нифига не нравятся. Блин. Черт, плыви. А у нас батарейка села, ё-моё. Черт. Черт. Кто-то кусает. Ну понятно, кто кусает, это кусаки вот эти. Фигово. Фигово. Ну, по крайней мере, не убили. Сейчас бы еще всплыть. Я, по-моему, плыву не туда. Ну, у нас база не очень далеко находится, но все равно на приличном расстоянии. Но я так чувствую, сейчас я, блин, не успею доплыть до верха. Потому что батарейка у меня села на глайдере. Хотя 30 метров. Мне кажется, успею. Давай. Давай, блин. Ну, всего-то осталось 2 метра. Черт. Короче, сейчас предлагаю сделать водоочистную станцию. Попробовать сделать какой-то там шлем. Я все давно его хотел сделать. Но, блин, так и не сделал. Который перерабатывает углекислый газ в кислород, я так понял, перерабатывает. И помогает подольше, чтобы не так сильно тратился кислород именно на глубине. Потому что на глубине он тратится довольно-таки сильно. Вот я хочу еще... Там какой-то фрагмент валяется. Ну, блин, я боюсь, тут акулы. Вот эти вот песчаные, блин. Если укусит, то все, конец. Давайте глянем. Биореактор нафиг не нужен. Все, плывем, блин, плывем отсюда. Вот камушки нужны. Медь у меня закончилась, по-моему. Так, и, наверное, я даже не знаю, всплывать, либо плыть дальше. Наверное-таки все-таки сплыву. На всякий случай, потому что я боюсь, до базы я не успею доплыть. Да, и, кстати, после обновы аптечки стали платные. То есть, видимо, был глюк. Я не знаю, может, у меня просто глюк был, либо на самом деле поменяли. То есть, для того, чтобы сделать аптечку, изготовить, нужно 5 титана и 5 кристаллов кремния, по-моему. Стоп, не кремния, а... Как он называется? Кварца. 5 кварца и 5 титана. Чтобы сделать аптечку себе. А может, он и был такой рецепт? Это у меня, может, просто был какой-то небольшой глюк с игрой. Какие-то непонятки. А так я пришел как раз на базу, которую на острове сделал. Думаю, сейчас сделаю халявную аптечку. В итоге получилось так, что никаких аптечек.
Не получится. У меня не было столько с собой титана. Я его уже немножко потратил. Да и кварца столько не было. Так, а водоочистная станция, я так понимаю, делает воду. Так, и мы почти доплыли. Да, доплыли до базы. На записи я, кстати, не показывал. Я немножко переделывал. По-моему, где-то вот тут ставил стекло, где у меня аквариумы стоят. Я там одно или два поставил. И вход наверху сделал. Сейчас посмотрим, кстати, где это стекло. Кстати, до сих пор вот под низом чего-то там светится. И валяется вот этот дохлый сталкер. Тот, которого я вырос его аквариуме, потом пришлось его убить, потому что он тут плавал, у меня кусал. Так, а стекло? Стекло вон. Вот на этой, наверное, я делал. Я хотел полностью сделать, но, блин, нужно много кварца было. Не стал все это делать. Welcome aboard, Captain. Так, поехали вниз. Вниз. Так, ну, аквариум, в принципе, нормально размножаются. Почему-то у меня только рыбоглаз не разводится. Остальные разводятся. Я их периодически вытаскиваю, ем. Так, давайте посмотрим по поводу шлема. Комплект проводов. Сетчатое волокно. А вот комплект проводов нам нужен. Серебряная руда. Так, и сетчатое волокно, по-моему, у нас есть. Да, волокно есть. Так, это можно выпить. Это пускай с собой будет. Да, я немножко кварца нахапал, пока плыл. Так, медь, серебро нам нужно. Титан, наверное, выкину. Эта штука тоже не знаю, зачем нужна. Потом разберемся. Так. Оборудование. Комплект проводов. Расширенный, нужен компьютерный чип еще. Давайте сделаем. Ни разу я не делал. Странно, кстати, как это смотрится вам. Так. Ребризер. Так. И его нужно одевать или нет? Или просто с собой? Да, нужно одевать явно. Так, а вот этот шлем нам уже, по идее, не нужен. Радиация, да, по-моему, прошла уже. Сколько дней прошло? Можно выложить, наверное. Ну, посмотреть нельзя, как это выглядит на... Хотя... Нет, на нашем как... На нашем героине мы не посмотрим, как это дело выглядит. И водоочистная станция. Вот где она делается, только понять бы еще тоже. Либо внутри, либо снаружи. Так. Нужно 2 титана. По-моему, она энергию жрет. Так, ну, по крайней мере, дешевая. Уже это радует. Куда только поставить ее? Явно здесь она не хочет ставиться. Наверное, снаружи. Пойдемте посмотрим, куда-нибудь сюда вот ее зафигачим. Прикиньте, нет. Нет. Странно. И куда-то ставимся. Есть еще вариант, что она устанавливается именно, ну, нужно отдельное помещение, можно его присобачить вон туда наверх, тоже есть такая вероятность. Давайте попробуем, я, блин, не знаю, никогда не видел ее, не делал, поэтому попробуем сделать. Для помещения нам нужно, по-моему, сколько-то титана и все. Найти бы его еще. Как-то вот неудобно сделали, как-нибудь разделили бы на какие-то, я не знаю, части.
6 титана нужно. А у нас? А у нас всего 1, 2, 3, 7 штук. Нам не хватает совсем немножко. Но это ножи, которые сломаны у меня валяются. Сейчас попробуем титан найти. В принципе, его не так сложно здесь найти. Еще хотя бы один кусочек, либо одну большую запчасть. Я забыл полечиться. Так, яйцо. Яйцо, по-моему, трусливого ската это. Яйцо. Черт. Ну, блин, давайте кусочек, тут сталкеры же плавали. И было много титана. По крайней мере, было куча. Так, ну давай, может тут? Тут медь. Вот. Все, нашел. Я думаю, мне этого хватит. Вот это можно прихватить с собой. Главное сейчас обратно на базу нормально доплыть. Попробуем поставить. Мне почему-то кажется, что все-таки она ставится именно в помещении. Помещение, в принципе, бандура большая. И, наверное, нужно большое помещение под нее. Сейчас посмотрим, проверим. Я точно не знаю. Так. Перерабатываем титан. Перерабатываем обломок в титан. В принципе, 4 у нас есть. Ну, по-моему, нам должно хватить на все. На всякий случай полечимся. Так, попьем. Поесть потом. Так, и поплыли. Вот с этой стороны, может быть, кстати, еще и вход сделаю потом здесь. Комната. Давай. Ну, прочность довольно-таки неплохая. Кстати, вот с этой стороны, может быть, обсерваторию можно сделать. Но тут, блин, не особо красиво. Так, вход. Вход у меня с этой стороны. Ну, поставился, нет? Блин, нет, не ставится. А, во, стоп. А, ее тупо нужно было к стенке поставить. Ну, ладно, пускай здесь стоит. Так, и что? Я так понял, тут будут бутылочки. Такие вот. Наверное. То есть она... Она вот тут высасывает, наверное, морскую воду. Давайте глянем, там есть что-нибудь с той стороны или нет. Первый раз такую что-то ставлю, поэтому понятия не имею. Да. В принципе, вот она засасывает, я так понял, воду. И в итоге потом будет будет у нас чистая вода изготавливаться. Но пока я нифига не вижу. Сколько времени на это нужно? Понятия не имею. И она тратит энергию. По-моему, это фиговина. Ну, пускай стоит что-то новое. В принципе... Батарейку я, наверное, сделаю. Ну, не батарею, а энергоячейку я сделаю. Уже позже доплыву до острова обратно. И попробуем поплавать под ним. Посмотреть, что там есть. Есть ли там какие-то фрагменты. Но это уже будет в следующей серии. Ну и по поводу следующей серии, опять же, ребята, ставьте лайки, будут новые серии. Будет мало лайков, ну, серии будут выходить довольно-таки не с такой периодичностью, как хотелось бы. Все, всем пока-пока.
Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх, пишите комменты, рассказывайте друзьям, это поможет развитию канала. Ну и если вы хотите узнавать о новых видео самыми первыми, подписывайтесь на канал Мир Приколов Геймс.